Два спецучастка и одна секунда. Счастливая секунда, которая вернула лидерство экипажу Эдуарда Николаева в общем зачете. Таким для «Синей армады» стал 12-й этап ралли-рейда «Дакар-2018». Но 790 километров аргентинского бездорожья дались челнинцам нелегко. Дисквалификация Антона Шибалова, усталость и жара дают о себе знать. На отрезке 12-го этапа Челесита-Сан-Хуан сразу два спецучастка. Получивший статус технички, грузовик Дмитрия Сотникова сразу же начал выполнять свои функции. У экипажа Эдуарда Николаева пришлось менять правый передний бортовой редуктор. Сам помощник потратил почти 4 часа на ремонт регулятора давления пневмосистемы. Айрату Мардееву участок дался легче. Он лишь сменил колесо. Однако врасплох гонщиков застало состояние трасс. Там русло рек, я так понимаю, они должны были быть высохшие. Я так слышал, что сегодня даже зачет мотоквадра отменили, да? Потому что там вот в начале эти высохшие русла на самом деле были не высохшие, они были полной воды. Борьба грузовиков на этом этапе сменила показатель в генеральном зачете. И хотя главный соперник челнинцев Федерико Вильягре также останавливался из-за поломок, по времени он почти не уступал Эдуарду Николаеву. Но в итоге последнему удалось вырваться вперед на 1 секунду. Это секунда в «Женерале». Какая борьба упорная. На моем счету еще тоже такого не было. Я не помню у других ребят. Единственное, Андрей Каргинов, да, когда у Дероя забирал драгоценные минуты. Ну, конечно, секунды не было. А тут вот секунда, конечно, поражает. Аргентинцу помогает и то, что трасса ему знакома, ведь тренируется он именно здесь. А вот КамАЗам везет не всегда, отмечают это и соперники, белорусские гонщики. Так смело едут за уступы, за бугры, там по роудбуку извилисто, сбоку, с двух сторон промоины, они туда идут 140, не отпускают. Будет Эдику тяжело. Впереди 2 дня гонки. 20 января финиш в Кордобе. По итогам 12 этапа Эдуард Николаев 3-й, Айрат Мардеев 9-й. Дмитрий Сотников пришел последним, заняв 18-ю строчку. В общем зачете Николаев снова лидирует. На 2-м месте Федерико Вильягра, 3-й Сергей Визович. Любовь Захарова, Владимир Западнов, Челны-24.